Я вам задам контекст нашей проблемы. Буквально сегодня вышли результаты соцопроса в ЦИОМ. Там исследовалось, что знает российское население о гомеопатии. Результаты таковы: 30, ну, около там, 30% граждан вообще не знают, что такое гомеопатия, впервые ее слышат и не могут ее определить. В то же время вот это вот последние информационные поводы, это вот 6 февраля признали лженаукой, оно повысило цитируемость слова гомеопатия раза, может быть, в 4-5. То есть об этом сразу начали говорить. Поэтому хотел бы у вас узнать определение, что такое гомеопатия. Традиционная пока что, не нынешняя новаторская, вот как было заведено, с чего все началось. Ну, гомеопатия, насколько мне известно, я не являюсь профессионалом-гомеопатом, только постольку, поскольку это входит, вот, ну, занимаясь преподаванием фармакологии, мы, конечно, говорим о том, что вот гомеопатия существует, и существует она очень издревле. Ганиман, немецкий врач, является ее основателем, и можно, наверное, определить, как лечение подобного подобным. И у гомеопатии есть свое понимание болезни, они это называют патогенезами, понимание действия лекарств. Мы так в традиционной медицине говорим, механизмы действия, они это все называют патогенезами. Свое, отличное от традиционной медицины. Гомеопатия имеет большую историю. Лечение подобного подобным. Есть какие-то элементы, наверное, рациональных зерен. Вот. Однако, должна вам сказать, вот с позиции доказательной медицины, которая на сегодня знаменует собой науку в медицине, которую принято считать было раньше искусством, вот, и да, с пришествием методологии доказательной медицины, так во всем мире, в общем-то, говорится, медицина как искусство перешла уже в разряд науки. Хотя, конечно, всегда наукой тоже и была медицинская наука и развивалась, но так вот образно говорится. Вот с этой точки зрения до таких качественных, что очень важно, исследований, которые бы подтвердили эффективность гомеопатических вмешательств по влиянию на клинически значимые для здоровья и судьбы пациентов исходы, таких исследований не проведено. Их проведено очень много. Вот, но вот таких, которые бы отвечали требованиям, не проведено. Вот во время этой, в общем, поднявшейся волны интереса к гомеопатии, да, я сделала очень коротенький поиск в Кокрейновской библиотеке. Это основной источник на сегодня знаний доказательных в области здравоохранения. Набрала слово «гомеопатия» и вышло большое число кокрейновских систематических обзоров. И я даже попыталась их посмотреть, но все их посмотреть невозможно, поскольку их очень много. Вот, но можно резюмировать так, что выводы практически всех этих обзоров в самых разных областях клинической медицины говорят о том, что нет убедительных доказательств подтверждения эффективности. Вот ровно как я вам сказала. Есть сторонники гомеопатии, например, среди женщин. Почему? Они употребляют препарат мастодинон, который признается гомеопатическим. В то же время, вот в его составе, если посмотреть, там есть, мне кажется, значительная доля действующего вещества. Ну, мне кажется, это какой-то фитоаппарат, препарат. Но почему-то он все равно назван гомеопатическим. Есть версия, что его специально так зарегистрировали, потому что легко зарегистрировать гомеопатическое средство сейчас. Есть смысл вот такой мимикрии под гомеопатию среди производителей лекарств? И вообще вот как вот это работает? Да, мне кажется, что очень затронули важный вопрос. Должна сказать, что конкретно этот препарат я не знаю. Да, и сейчас очень много разных биологически активных добавок. Это отдельная совершенно область. Вот. И, вероятно, подобные уловки для получения регуляторных разрешений на маркетинг используются и, наверное, используются достаточно широко. Но поскольку я не принадлежу сейчас никаким образом, раньше мы работали с нашим Министерством здравоохранения, к регуляторным властям, я не владею ситуацией и прокомментировать не могу. Вот, но если действительно так, все то, что вы говорите, это, конечно, очень
печальная ситуация. Uh-huh. Вот. И я думаю, что действительно для гомеопатических средств, наверное, некоторым образом облегчены регуляторные требования для того, чтобы uh-huh. получить разрешение на маркетинг в стране. Вы в регуляторной uh-huh. области как давно работали? Вы знаете, очень давно, да, наверное, можно сказать, где-то с конца 90-х годов. Угу. Да, мы очень много работали в области политики использования лекарственных средств, разрабатывали формулярные списки, другие ограничительные списки, льготные списки для Республики Татарстан, оказывали консультационные услуги на уровне Российской Федерации, то есть много проработали. Сейчас, угу. ну, может быть, вы не владеете нынешней ситуацией, но вот все-таки угу. как принцип включения лекарств работает вот у регуляторного механизма? Как он угу. регулирует эти лекарства? Знаете, я, наверное, могла бы вам рассказать, как он должен работать. Да, вот, потому что да. мне, да, довелось, посчастливилось вот, поработать во Всемирной организации здравоохранения, угу. которая дает некий пример, имеет мандат вот, давать рекомендации странам, системам здравоохранения для конкретного практического воплощения в конкретных условиях. И вот в моей жизни это было, но и сейчас сотрудничество у нас продолжается вот, на уровне доказательств. Вот, как это должно быть? Очень важным является процесс. И мне очень хотелось бы вот в этом интервью упомянуть имя профессора Ганса Хагерзайла, который долгие годы работал директором департамента основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения. Вот в этом департаменте посчастливилось мне работать некоторое время и быть в составе комитета экспертов по отбору и использованию лекарственных средств. Вот. И вот этот человек, он, можно сказать, всю свою жизнь посвятил тому, чтобы концепция основных лекарственных средств, то есть отбора лучших лекарств для людей, была бы максимально широко внедрена по всему миру и приносила бы свои плоды для здоровья людей в мире. Uh-huh. Вот. И вот, конечно, концепция прожила много-много лет уже и модифицируется с течением времени, но остается в ядре своем основой это лучшее лекарство и это процедура. И вот здесь опять хочу сослаться на профессора Ганса Хагерзайла. Он всегда говорил, учил нас, всех в мире, передал это всем нашим поколениям. Конечно, очень важен итоговый список, который получится. У нас в России он называется ПЖНВЛП, перечень жизненно важных и необходимых, или важнейших и необходимых лекарственных средств. Формулярные перечни в различных территориях, это наиболее принятый термин во всем мире. Национальные перечни лекарственных средств, льготные или перечни для возмещения, для страхового возмещения или какого-то другого бюджетного возмещения. Вот. Он, конечно, очень важен, потому что это непосредственный инструмент здравоохранения, который позволяет проводить рационально закупки, осуществлять лекарственное обеспечение, ну и дальше использовать эти лекарства. Но крайне важно и, наверное, более важно является процедура по разработке этого лекарственного перечня. И мне очень приятно сказать вам, что мы эту систему у нас в Республике Татарстан строили много лет. Uh-huh. Вот, и практически построили. Но вот немножко тут по-другому изменились жизненные обстоятельства. Uh-huh. Вот, и, конечно, были бы рады вновь ее строить дальше и совершенствовать. Это серьезный процесс, это серьезная процедура, которая является горизонтальной по своей сути и идет снизу вверх. То есть это не сверху пришел приказ сделать вот так и так и так, включить такие или такие лекарственные средства. Это снизу все те самые профессионалы здравоохранения, врачи, которые будут лечить пациентов, провизоры, которые будут осуществлять лекарственное обеспечение, они проводили анализ, они сами обращались к доказательствам, как к Рейновской библиотеке, они сами понимали, обсуждали эти критерии отбора, а это целая система, это uh-huh. целая наука. Они вместе это все коллегиально обсуждали, они учитывали наличие или отсутствие конфликта интересов. И вот, вот в этом процессе
который сами работники для себя проводили, они создали этот перечень или они создали конкретные клинические рекомендации, по которым они дальше будут работать. И они будут уверены в том, что для своей работы они создали надежный инструмент, который будет им помогать в ежедневной работе, используя лучшие из имеющихся доказательств. Вот, наверное, так вкратце, очень-очень вот об этой процедуре.